Здорово, мои подписчики! Здорово, чуваки! И сегодня для вас IQ Option. И сегодня для вас большая порция рэпа. Погнали! Так, буду я вам сегодня читать рэп. Аж целый куплет. Аж целый куплет и целый припев. Рэп не мой. Это трек Нагора. Я из станицы. Нагора из станицы, а я из столицы. Ну что, погнали! Матушка весна, ночка темная без сна. Ай, болит, у меня болит опухшая десна. Я безработный, ушел на позитивной ноте. Нарисовал залупу на директорском блокноте. Участковый повторял, что я хуёво кончу. А я кончал на ляжке его младшей дочке ночью. Когда узнал, скрипели челюсти от злости, что я уже давненько захожу к ним в гости. Господи, прости грешную мою душонку. Благодарю за хлеб, за окрошку и тушенку. И за хату в Киеве, и за футбол, за черно-белый телек. Благодарю за мадмуазель моей постели. Нету мадмуазель. Теперь смотри, как стелет из Киева тара. Здесь жарко, только время не проходит даром. Гитары, лавочки, парочки, елочки, палочки. Танечке пора домой, но Танечка сосет у Славочки. Оп, я из столицы. Микрорайон, район больницы. Обутый в ванцы. По выходным хожу на танцы. Оп, я из столицы. Микрорайон, район больницы. Обутый в ванцы. По выходным хожу на танцы. Оп. Фу, зачитал. Помните, раньше в моих видосах... Так, что я... Блин, нужно ж пока ставить деньги. Пока я буду вам рассказывать... Ниже. Помните, в каждых моих видосах у меня был какой-то талисман, который мне помогал в торговле. Ухочистка, молоток. Что еще у меня было? Чашка моя именная. А теперь это обувь. Было бы круто, если бы я вот эту обувь рекламировал, чтобы мне платили за это деньги. Пока никто меня еще, я не сильно такой популярный. Я хочу рекламировать уже обувь. Вот. Спонсор. Нет, не спонсор. Талисман сегодняшнего видео. Венсы бордовые. Так, народ. Мне многие говорили. Вот, мы уже выиграли. А если бы немного позже, проиграли. Мне говорили, почему ты не торгуешь на IQ Option? Да какая разница, где торговать? IQ Option, Alimtrade. Ставлю везде, куда попало. И торгую, и выигрываю. Какая разница? Графики везде одинаковые. Что еще раз вниз зарядим? Поздно, поздно. Зарядим тогда вверх. Вверх. В чем прикол? Так, в чем прикол? Боже, как я плохо выгляжу. Вообще, нужно уже покрасить бороду. Прикол в том... Что я хотел сказать? А, что сегодня выходной день. И сегодня Alimtrade не работает. Кстати, народ, я там смотрел на Alimtrade, проверял свою статистику, кто там регистрируется по моим ссылкам. Там какие-то люди торгуют в выходные дни. Alimtrade не работает в выходные дни. Там один актив, один биткоин, 30%. Вы что, вообще долбоебы? Не торгуйте. Не торгуйте там, где 30%. Вы ставите $100, получаете всего лишь 30. А если теряете сотку, вы теряете тупо сотку. Не торгуйте в выходные дни на Alimtrade. Alimtrade не работает в выходные дни. Вы торгуете на 30%. Это же тупо слив бабок. Ну еще здесь вверх быстро. Не успел, не успел. Вот здесь нам нужно было ставить. Вот видите уровень. Так что не торгуйте, не вздумайте. На IQ Option, смотрите, 88% выходные дни. Можно торговать, если 88%. Так, какие у меня сегодня ставочки? Как в старых видео, когда у меня было на счету 1500 рублей. Это 100, 200 и 800. 100, 200, 400, 800. Проигрываем 800, проигрываем все деньги. Я уже все об этом знаю. Так, если бы я вот здесь поставил, я бы мог выиграть. А нет, я бы проиграл так же. Или бы выиграл. Где этот звук печальный, что я проиграл деньги? О, медленная скорость. Так, сегодня я торгую, не сильно буду много торговать. 800, 300 рублей хватит для сегодня.
Так, понемногу, так, куда? Вниз. Понемногу осваиваюсь я на новой квартире. Уже видосики с новой квартиры вам запиливаю. Ой, с сантехникой проблемы. Меняю эту сантехнику, там все течет. Старая хата. Ох, все отлично идет пока. Скоро будут видосики. Буду снимать. Целое лето работал. И опять буду работать. А как деньги зарабатывать? Работать нужно. Пилить видосы, заниматься всем этим. Так. Так, еще осталось мне 50 рублей. Я сейчас могу проиграть. Но у меня цель. Цель 1800 на сегодня. Так, 6 минут видео уже идет. 100 рублей. Так, график по... куда там? Давайте отдалим. Падает. Ай. Будет идти ниже, народ? Конечно, будет идти ниже. Так, ну почему я так подумал? Потому что вот... Да потому что я так сказал. Ниже значит ниже. Так. О, все отлично. Блин, как это все быстро я... Вот видели, друг торговал, он долго там торговал. А тут я быстро. Все. 300 рублей только что заработали. 340 рублей заработали. На понижении тренда. Все, у меня была цель. Блин, почему у меня так все получается? Да потому что я ставлю цель. Ставил, вывел деньги, все, без проблем. Так, сколько это? 340 рублей. Сколько это получается в гривнах? Что я могу купить? На 300 рублей. 340. Почем сейчас курс? Это на 340 на 2 и... Сколько? И 6? А, 130... Блин, это можно купить их... Да, это можно нормально покушать на эти деньги. Пиво купить какого-то дорогого за 50 гривен. Пиво взять себе. Пойти расслабиться или что делать. Завтра я занимаюсь ремонтом труб. Так, все, зачем это вам? Ремонт труб. Ремонт труб будет во влогах, а здесь торговля. Так, с вами был Рэпер Трейдер. Зачитал я вам порцию рэпа. Поторговал я для вас на IQ Option, как вы и просили. Но какая разница, я в этом не вижу смысла. Просто торгуйте на IQ Option, если вы хотите уже в выходные поторговать. Торгуйте на IQ Option, потому что здесь, смотрите, 88%. На биткоине 30%. Ну, у вас есть мозги торговать на 30%. Вам что, своих денег вообще не жалко на 30% торговать? Вы же... Вот я бы, если бы у меня сейчас было 30%, я бы... У меня сколько здесь было? Не знаю, 70 рублей я даже, наверное, бы не наторговал. Так что все сделал для вас. С вами был Рэпер Трейдер. Подписываемся на один канал, подписываемся на второй канал. Всем пока!